Шум, 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 шум. А так. Слышно? Или опять? Ну, все хорошо, слышно, да? Напишите. Теперь хорошо слышно? Так. Ну, хорошо. Ага, тут. Это у меня телефон просто стоит на ноутбуке, а он этот кулер, да, или как эта штука называется, охлаждает. Но он же гудит. А я про это, честно говоря, забыл. Не учел. Так что простите. Вот. Ну все, теперь хорошо, слава богу. Так. Вы меня простите, я сейчас быстренько тут кое-что сделаю. 23, 07, 2006. Ага. Я сейчас подключаю параллельный телефон, старый, короче, которым я не пользуюсь. И на нем, да, ага, вот, вроде подключился. И на нем буду, ну, параллельную, это самое, вести беседу для сети Одноклассники. Я вам уже тут начал рассказывать, но Ниагарский водопад помешал. Вот, у меня есть еще страница. Ну, чай у меня кончился. Ну, пледик, да, мне самому по душе. Так, сейчас, секундочку. В общем, братья и сестры, я тут все-таки решил более серьезно все это поставить на такую вот правильную стезю. И вот в Ютубе я очень благодарю, почти 500 человек за день подписалось, большое спасибо. Там просто, если меньше 1000 подписчиков, то ты не можешь вести вот эти так называемые стримы. Ну, в общем, прямые эфиры. Да, и поэтому мне пришлось вот вас попросить об этом. Помоги, Господи, болящий Дарий. Ну, крещусь, как всегда, неправильно. Камера зеркалит. Так, друзья, секундочку еще у меня буквально. Еще одну секундочку. Пожалуйста, я на минутку. Так. Как научиться не обижаться? Как выйти из уныния? Ну, вот первое, да, по поводу обид. Обидчивость – это признак внутренней страсти. Страсть, как… Ну, мы привыкли к слову «страсть». Она иногда звучит, это слово звучит как обозначение каких-то любовных чувств, там, да, страсть между возлюбленными и так далее. А на языке святых отцов страстью называется, ну, по сути, страдание, да? То есть то, от чего страдает человек, душа человека. И вот душа в духовном смысле страдает, человеческая душа, от грехов, от тех страстей, которые заполнили душу, которые как бы пленили. Вот страсть к гордыне, или там, вот пример, страсть пьянства. Человек страдает от того, что он пьет, от того, что он постоянно вот тратит себя на вот эту пагубную привычку. Страсть блуда, да, когда человек то же самое тянется постоянно к вот этому греху. Страсть сребролюбия. То есть мы знаем, что есть вот такие вот страсти. И вот один из фундаментальных грехов, который вот причиняет огромную боль, страдание для души человеческой, это грех гордыни. Так вот, к вопросу, как не обижаться? Обидчивость, собственно, она и рождается от чрезмерной любви к самому себе. То есть ты в своей гордыне, в самолюбии настолько как бы закоренел, что всякая критика, всякое слово
которая тебе не по душе, да, которая тебя, это слово, обличает, или просто говорит, что там ты не прав, ты неверно поступил, оно тебя заставляет, оно натыкается на твою любовь к себе. Ты слышишь то, что идет вразрез с любовью к самому себе. Поэтому ты обижаешься. Ты обижаешься, даже если тебе говорят правду. Ты не прав, ты не так поступил, не так проявил себя, ну или и так далее. Любая критика, она вот заставляет мучиться и страдать. И вместо того, вот разумно же, да, сказать спасибо, благодарю, в следующий раз исправлюсь. Вместо этого мы обижаемся. Потому что, еще раз хочу сказать, потому что наступили нам на больную мозоль. Нас любят не так, как мы себя любим. Поэтому что, как научиться не обижаться? Почаще просить у Господа в молитвах смирения. Господи, помоги мне смиряться, помоги мне, Господи, не превозноситься, меньше себя любить и хвалить, меньше вот этой гордыни, самолюбием страдать. Помоги, Господи, мне более смиренным быть, спокойным, терпеливым человеком. Еще вот святые отцы как советуют, чтобы победить обидчивость, вот эту вот гордыньку, мы почаще должны молиться за обидчиков своих, за врагов своих. Мы должны в духовной жизни проявлять дела милосердия. Дело милосердия, то есть помощь ближним, помощь страждущим, каким-нибудь людям, которые вот обездолены и так далее, у которых горькая доля, они от нас должны получать некую заботу и внимание. Вот это научит нас быть более смиренными. Вот. Хотя, конечно, есть люди, которые наоборот начинают гордиться этим. Но тут надо вот за собой следить, за своей душой очень внимательно, пристально вглядываться, что в нас, что движет нами. Вот так. Простите. Сейчас. Так, сейчас, секундочку, братья и сестры, тут надо протереть камеру. Ох, как мутно. Так, дальше идем. Вопросы. Как справиться с унынием? Наталья Петровна, вы задавали. Конечно, сейчас в унынии пребывает большое количество людей, поскольку мы лишены привычных для себя вот, даже простых там, прогулок, да, простого времяпровождения. Мы во многом ограничены. А главное, нас сейчас что? Нас пугает неизвестность. Что будет дальше? Как дальше будут развиваться эти события? И вот, дорогие, сейчас, как никогда, нам с вами нужно научиться молиться. Вот наши святые, они об этом очень часто поучают и говорят, что как раз-таки в испытаниях рождается вера. Нам Господь дает прекрасную возможность сегодня вот через испытания проявить себя как христиане. Как мы молимся, как мы, что называется, терпим, как мы продолжаем любить ближних, заботиться о людях. Может быть, даже кому-то от нас, как от христиан, сегодня требуется поддержка. Позвонить и просто с кем-то поговорить, кого-то успокоить. Вот как раз-таки мы сегодня, христиане, должны показать пример того, что такое вера в Бога. Какая она должна быть? Вот она должна быть в делах. А видите, мы сами и унываем, и впадаем в какие-то искушения, и сами ждем какой-то помощи. Давайте усиливать внутреннюю молитву. Почаще и посерьезнее, и повнимательнее предстоять перед Богом вечерние, утренние молитвы. Ну, сейчас пасхальные часы, конечно, читаются. Читать Евангелие, потому что через него сам Господь нашу душу успокоит. Так, сейчас, извините. Недавно на вас подписалась. Спаси, Господи.
Батюшка, у моей мамы недавно мама умерла, моя бабушка. Я сейчас с дочкой с ней поддержу, как могу. Она плачет каждый день, горе. Как ее утешить? Подберите, пожалуйста, для нее слова. Простите меня. Ну, тоже присоединяюсь вот, и выражаю слова соболезнования. Какие слова? Вы знаете, вот опыт, ну, вот моей службы подсказывает, что далеко не всегда нужны слова. Слова, они в некоторых случаях могут помочь, а в некоторых как раз-таки может быть даже и лишнее. Поэтому вы просто почаще мамочку обнимаете. И еще говорите ей, вот, может быть, следующее, что, мам, если бы бабушка сейчас была жива, разве она хотела бы, чтобы ты плакала, чтобы ты была несчастной? Конечно, нет. Она бы сказала, так, соберись и прекращай хныкать, да, ну, я не знаю. Вот иногда это помогает, не всем, но помогает. Всерьез и по-настоящему сказать. Представь, что бабушка сейчас вот с тобой бы поговорила, или она бы с тобой вступила в этот диалог. Она бы сказала, прекращай, все, хватит. За меня лучше молись. За мою душу надо теперь там читать акафист за единоумершую, да? За меня нужно не слезы лить, а молитву проливать. Вот что бабушка бы сказала. Разве мама твоя хотела бы видеть тебя несчастной? Нет, конечно. Более того, мы вот приносим своими вот этими чрезмерными слезами, мы больше заставляем душу усопших как бы волноваться и страдать тем, что мы за них горькие слезы льем и вот так вот болезненно переживаем. Поэтому все вот эти эмоции лучше в молитву воплощать. Через молитву, да, нужно это. Загудел. На Пасху утром увидела, что на пасхальных яйцах были как капельки росы. Скажите, пожалуйста, как это воспринимать? Я думаю, что это чудо. Ну, знаете, Богу одному ведомо, чудо это или конденсат какой-нибудь. Какая разница? Ведь главное чудо это не вот в этих проявлениях сверхъестественного, а главное чудо в нашей вере, в нашей любви к Господу Богу и в доверии к Богу. Вот святые отцы часто говорят, что главным чудом является не какое-то нарушение физических законов, сверхъестественные какие-то чудеса или явления. Главным чудом является вера человека, что он доверяет Богу, которого ни разу не видел. Вот это чудо веры, да? Поэтому святые отцы не всегда советуют придавать там какое-то чрезмерное значение чудесам или каким-то таким вот знакам, потому что иногда человек начинает за этим гнаться, и ему уже как бы не Бог нужен, а какие-то вот эти, собственно, чудеса. А это уже, ну, прямо скажем, не так хорошо, как нужно, как должно быть. Виктория пишет, без второй половины ничего не нужно, не важно, не увлекает, как раньше. Как быть? Ну, Вика, я прошу прощения, вы пишете в WhatsApp, я не всегда успеваю на все ответы написать, на все письма. Ну, ваш случай, он в чем? Охладело сердце мужа, и вот со смирением молитесь Бога, просите, чтобы Господь его вразумил. У него какой-то период, который, я уверен, пройдет. Мы с ним ведь общались, вы приезжали из Курска к нам. Да, он пройдет этот период. Он в каких-то волнениях, борениях, он сам с собой в первую очередь борется. Жаль, что он на первое место поставил себя. В браке так нельзя. В браке не может быть, чтобы человек самого себя поставил выше, чем союз со своей женой или мужем. Вот он первую ошибку в этом допустил. И, вероятно, там были еще ошибки. Но вот ваша молитва за него, вот это как раз то чудо, которое здесь необходимо, чтобы он побыстрее переборол себя и потом вернулся и с покаянием попросил прощения, и чтобы ваша семья сохранилась. Вот так быть, молиться за него и ждать. Да, завтра будет трансляция литургии.
В прямом эфире Инстаграм. Тут кто в Одноклассниках вот сейчас смотрит, я выхожу со своей страницы в Инстаграме и там отвечаю на вопросы. Вот регулярно это происходит. У меня тут камера очень плохая, вы видите, как мутно все вот в трансляции. Вы простите за это. Вот. Но кто хочет, может выйти из Одноклассников, зайти в Инстаграм, священник Николай Дубинин, и присоединиться к нам в эфир. И задавать вопросы здесь. В Одноклассниках у меня комментарии отключены. И отключены почему? Потому что я пару раз проводил еще несколько лет назад. Ну, часто попадают лишние люди и мешают просто общению. Как относиться к электронным пропускам? Ну, как все граждане должны относиться Электронные пропуска – это вынужденная мера. И если сейчас так необходимо, а что? А какие у нас варианты? Гражданское неподчинение, неповиновение. Друзья, хватит ставить вообще под сомнение все те меры, которые принимаются государством. В наших вопросах чувствуется и читается сомнение. А нужно ли? Конечно, нужно. Конечно, нужно. Это так сейчас просто необходимо. А вы лично знакомы с Федором Емельяненко? Он же ваш земляк. Помогает строить храм, я слышал. Это. Ну, одна. Нет, несколько раз, да, мы бывали вот на мероприятиях, когда вот освещался спортивный комплекс, который он строил, принимал участие, да. Ну, так вот, можно сказать, здороваемся, да. Но и сказать, что мы там прям друзья или там хорошие знакомые, тоже не могу. Просто он благочестивый христианин. Несколько раз к нам наш храм Федора Стратилата, он на службу к нам приезжал, помню. Ну, вот так, чтобы прям назвать это там дружбой, нет. Как относиться к притче смоковницы в Евангелии? Себя ощущаю как... Нет, Виктория, смоковница в Евангелии – это образ ветхозаветной церкви, которая, ну, как смоковница, да, евангельская, она была зелена, много листвы, а плодов не было. И это был как бы образ церкви Ветхого Завета, которая не принесла своего главного плода. Она не приготовила людей к принятию, что в мир приходит Христос. И вместо того, чтобы священники первыми Христа приняли, как ученики, как апостолы это сделали, священники его распяли. Вот. Поэтому Бог проклинает эту смоковницу, она засыхает. То есть уже в ней нет никакого смысла. Ну, в той смоковнице. Также и следует понимать отношение к Ветхозаветной церкви. Она стала бесплодной, она не принесла Богу тех плодов, которые он от нее ждал. Спасибо, Господи, Алена. Наталья Петровна, укрепи Господи, да, вот не унывайте. Я знаю, вы работаете в Шереметьево. Я знаю, что как минимум на несколько месяцев все перелеты международные там и так далее, они уже не работают, что аэропорты сегодня в кризисе. Я примерно понимаю, почему уныние, да, что может быть и зарплаты, и финансовая составляющая сейчас резко сократилась, ну, как и у всех нас. Вот у нас на службе сегодня 3 человека стояло там, ну, или 4, вот. И то это пока что, пока еще не полностью не запретили, как в Москве, а я так предполагаю, что могут вообще запретить. Господи помилуй, да. Вот нам нужно вместо уныния, вместо отчаяния, знаете, ведь настраивать себя тоже правильно нужно. Наши деды, наши вот еще не такие далекие предки, которые фашистов, немцев, да, прогнали с нашей родины, которые в землянках ночевали, которые радовались куску хлеба порой. Но мне кажется, вот нам сегодня очень важно вот, в преддверии 75-летия Победы посмотреть на подвиг советского человека, русского солдата, ну или советского, тут суть уже одна, да, потому что вот они герои, вот как они жили. Вот у меня, например, там, ну дед, прадед точнее мой, не вернулся с фронта, и прабабушка 4 детей там сама тянула, поднимала, вот, думаю, что у нее дома не было ни стиральной машины, ни телевидения. Все своими руками, все сама. И не ждала она, я думаю, как какой-то там помощи, поддержки от государства. Трудилась, воспитывала детей, внуков.
Да, и нам тоже нужно вот обращать, как бы поворачивать свой взор в сторону, да, вот наших предков, и брать с них пример, как они терпели, как они трудились, как они все трудности преодолевали, ну так и мы. Какие молитвы нужно читать в день Радоницы? Ну, вы можете прочитать, например, тут кто-то читает Псалтирь, 17-ю акафизму, кто-то читает Акафист за единоумерших. Можно, ну вот, мне кажется, Акафист за единоумерших, он более понятный, он более близкий к современному читателю. Можно прочитать вот этот Акафист и потом помянуть самостоятельно всех своих усопших сродников. Вечер добрый, подскажите ребенку 8 лет, когда, а всегда перед причастием нужно исповедоваться. Но приучать надо. Может быть, не каждый раз, чтобы это не превращалось в какую-то формальность. Ведь бывает такой, ну, побочный эффект, когда ребенок, ну, прямо скажем, воспринимает исповедь лишь как билетик на причастие, понимаете? И исповедь превращается в формальность. Он подбежал с скороговоркой, там что-то пробубнил, словом, делом, помышлением, волю или неволю, там разумом, неразумием. Ну, вы сами знаете, все эти наши скороговорки церковные. Я их именно так называю. Потому что иногда это уже не исповедь, а просто, ну, перечисление там грехов. Типа того, что батюшке надо, как иногда бабушка говорит, подойди, батюшке там скажешь, маму не слушался. И все, вот исповедь превращается в формальность. Поэтому, чтобы она не превращалась в формальность, может быть, ребенку иногда к исповеди, ну, готовиться, знаете, вот самому настраиваться, и прям записывать на бумажку, беседовать, настраивать его. А иной раз, может быть, пусть просто причаститься. Но это до 14 лет, как бы. Вот, ну, у меня, по крайней мере, в храме так. Я не всегда даже отроков исповедую перед причастием, чтобы вот они еще знали, что есть просто причастие, да, вот как самостоятельное таинство. Еще есть исповедь тоже самостоятельно. Вот. И это, ну, как мне видится, оно помогает им. Ну, как вот конкретно? У меня есть дети, которые сами говорят, я хочу просто поисповедоваться. Вот мне нужно именно поисповедоваться. То есть он чувствует, он понимает, что да, причастие это одно, великое таинство, а покаяние это вот еще и потребность, когда ты сам желаешь Богу принести свое раскаяние и сказать, Господи, помилуй, прости, вот за то, за то. Можно ли молиться об усопших краткой молитвой? Ну, конечно, можно. Спаси, Господи, за пожелание не болеть. Можно ли читать Евангелие сидя? Ну, вы знаете, как-то вот двояко у меня всегда на этот ответ. Иногда, ну, думаешь, можно, конечно. С другой стороны, если вы вечерние правила, например, прочли молитвы, то лучше уже стоя почитать Евангелие, да. Вы не хотите в эфирах устроить изучение толкования Евангелия? Есть такая мысль. К ней нужно немножко подготовиться. Но я вот сейчас озадачен как бы такой главной целью. У нас будет основной так называемый эфир в Инстаграме проходить. А параллельно будет идти, вот как сейчас, в Одноклассниках и в Ютубе. Ну, как бы, если человек хочет задать вопрос, ему придется зайти в Инстаграм и здесь задать. Вот как вы это сейчас делаете, да? Потому что на три этих экрана я точно не смогу. Вот. Но чтобы как бы мы максимальное количество собеседников могли этим способом, значит, да, удержать, что ли, да, вот. Потому что не все пользователи Одноклассников сидят в Инстаграме. Ну и так далее. Что тут говорить? Да. Так что я думаю, мы придумаем какой-нибудь разбор Евангелия, например, в 9 там, или в 10 вечера, раз в неделю будем. Давайте, от Луки, например. Но я сейчас вот разберусь технически вот эти. Там какой-то видеодекодер нужно скачать, оказалось, для Ютуба. А если получилось так, что именно я проявляла эгоизм, думала только о себе в нашей семье, поэтому человек не получал отдачи, я раскаиваюсь, но верить в мою переосмысленность супруг не готов, устал.
Вик, ну давайте все-таки мы в личном, поскольку уже начали как бы вот в WhatsApp это все обсуждать, давайте мы будем в этом режиме, да? Вот. Только сейчас отвечу вот так, что там дело не в этом. Вы сейчас себя накручиваете. И муж, он просто взял и ушел. Вот, он покинул семью свою. От этого факта мы с вами никуда не денемся. Не вы ушли, он ушел. Да, и дело именно в его борениях. Здесь нужно это четко понять. Да, и правильно вот действовать. Я уже сказал, как. Ну, ладно, это лучше вот, опять же, в WhatsApp. Потому что, ну, у меня немножко другой взгляд. Добрый вечер. Как реагировать на человека, который обижает других людей? Как вести себя в таком случае? Очень возмущает ситуация, раздражаюсь и указываю человеку на то, что он не прав. Ну, как и в любом другом случае, мы, христиане, призваны с любовью отнестись даже к тем, кто нам, ну, врагом стал, кто нас не любит, нас там презирает или устраивает нам козни. Вот. Поэтому молиться нужно за этого человека. Вот. Обижает там, плохо относится, молитесь за него и у Бога просите: Господи, помоги мне, чтобы этого человека я могла и терпеть, и преодолевать всю эту вот неприязнь, которая из-за него в душе появляется. Отец Андрей Кананас, прекрасный писатель, советую всем, да, читать. Как научиться молитве со вниманием? Бывают иные мысли. Паузы делать. Вот Иоанн Кронштадтский дает советы делать некие паузы. Как себя вести, когда вас все домашние постоянно в чем-то обвиняют? Где должна быть грань, чтобы им ответить, если самооправдание только усугубляет все? Ну, тут, наверное, стоило бы подетальнее, поподробнее понять, в чем там дело, почему обвиняют, кто обвиняет. Тут вот так вот, знаете, наобум кинуть камень и попасть не получится. Вот. Постарайтесь напрямую, ну, с добрым, чистым сердцем, а напрямую об этом поговорить. Да, спросить, ну вот, как мне себя вести, в чем мне исправиться. Вот, если это там муж, прямо спросите: дорогой, расскажи мне, вот, может быть, ты что-то ждешь от меня или ожидаешь какого-то моего исправления, чтобы я там другой должна была бы стать, как тебе кажется. Подскажи. Вот. Мне кажется, с этого надо начать. Именно общение. Знаете, вот, наверное, главная проблема наших всех современных браков и причины их слабых, ну, слабости этих браков в чем? Перестали доверять, перестали доверительно, искренне беседы вести муж и жена. Вот, скрывают, живут каждый сам по себе, сам для себя. Вот от этого. Батюшка, я у вас в Ютубе подписал. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, если причащаться каждую литургию, нужно читать все каноны молитвы к причастию? Это с духовником вы решаете, с тем батюшкой, который вас исповедует. Это у него спрашивает. Есть ли литература, как воспитать в духовной жизни ребенка? Сейчас 6 месяцев. Ну, конечно, вот пример свой. И вы знаете, вот кризис, наверное, всех подрастающих детей, прихожан, в чем? В том, что в 13-15 лет они вдруг перестают желать быть на службах, они начинают выступать против. И вот, наверное, к этому морально тоже, но это еще вам все-таки еще долго до этого момента. Но нужно понимать, что в какой-то момент ребенок может охладеть. И вот, чтобы он не охладел, нужно привить к нему, ему духовное чтение, хорошую литературу для детей, жития святых. Ну, есть сейчас издательство Никея потрясающее, например, делает книги, вот, издает, и Сретенский монастырь прекрасный. Так что, если этим озадачиться, потихонечку вы сможете этих книжечек себе приобрести. Я участвую в конкурсе «Спасибо за победу». Прошу проголосовать за мое стихотворение «Сожженные села» и отправил вам ссылку. Дорогие братья и сестры, мне таких
Наверное, штук 10 пришло в WhatsApp. Проголосуйте за меня, сделайте репост. Простите меня. Ну, немножко это не то, ради чего я здесь. Я прошу с пониманием отнестись, но тут не для того, ну, вот этот канал существует, и этот аккаунт, чтобы, ну, мы... Вот вы можете сейчас, наверное, обидитесь, и, ну, поверьте, тут у нас другая, как бы, главная идея, она в другом, понимаете? Ну, понятно, мы иногда там помощь ближним мы собираем, там, погорельцам, детям болящим, это как бы жизненно необходимо, да. А вот, ну, мне раз в день регулярно приходит что-нибудь. Там, я вот там лидер России, я там участвую в каком-нибудь конкурсе, стартапе. Приходит регулярно даже там, хотите, мы вам поможем продвинуть ваш аккаунт, плюс 30 тысяч подписчиков там. Вот не для этого эта страница создана. Мы здесь все-таки о Боге, да, вот на что. Поэтому простите меня, но... Я, наверное, не буду это делать и выставлять или там призывать проголосовать. Вот. Все-таки, ну, как-то все должно быть честно, мне кажется, да. Ну, тоже у нас есть там один мой знакомый в Белгороде. Там был тоже какой-то, значит, конкурс студенты России, звание лучшего студента. И он позвонил тоже: батюшка, выставите, сделайте мне там рекламу, чтобы люди проголосовали. Я отказал. Ну вот, ну, превратить страницу вот в какой-то очень разнопрофильный такой вот контент я бы не хотел. Мы все-таки о Христе, о молитве, о вере здесь. Вот, все. Простите. Добрый вечер. Скажите, батюшка, порой, когда бессонница, я лежу в наушниках, слушаю какие-либо акафисты. Так можно? Конечно, да. Если я попаду в больницу, никто не придет меня исповедовать, не пустит. Можно это как-то сделать по-другому заочно? Ну, исповедь по телефону – это скорее исповедальная беседа, когда мы просто во время, вот как сейчас, можем, ну, вы, например, могли бы рассказать, да, в каких грехах вы перед Богом каетесь и так далее. Некая крайняя мера. Ну, причастие уж точно дистанционно не выйдет. Вот. Но я думаю, что в большинстве все-таки больниц священников впускают. Вот в Старом Осколе спокойно впускают. Угу. Так, кто хочет выйти в совместный эфир, нажмите плюсики. Впускают, братья и сестры, впускают. По праву конституционному мы имеем все на то основания, чтобы к нам мог прийти священник. Упокой, Господи, новопредставленного Владимира. Да. Камера фронтальная, поэтому крещусь. Вы помните, да? Крещусь правильно, а камера разворачивает. У меня вчера умерла любимая кошка, 17 лет. Куда подожжут на после смерти? Ну вот, знаете, это такой вопрос очень не... Сейчас, извините. Не сформулирован четко. Потому что в одном месте в Библии говорится, что в крови животного его душа, то есть жизнь животного в его крови. Соответственно, когда он умирает, все. Хотя у некоторых святых отцов есть какие-то намеки, что Бог может, ну, воскресить весь мир, в том числе и живых всех существ, да, вот. Но об этом почти что никаких святых отцов у нас нет. Поэтому все же нужно смиряться с тем, что у животных, вероятно, все нет бессмертной души, в отличие от человека. Не случайно человек создан совершенно иначе, по образу, по подобию Божьему. Он выделяется. Даже в момент творения Бог отдельно человека сотворяет. Я пыталась говорить с мужем, никак, написал письмо. В итоге он просто ушел с формулировкой: я больше не могу с тобой. Вот и поговорили.
Ну, вероятно, он уже настроен был на это, да, Ольга? Все-таки дело не в вас и не в письме, что в которое вы ему написали, а в том, что он внутренне уже к этому решению созрел. Но все-таки люди просто так не уходят, они на это решаются гораздо задолго до того, как они это сделают. Это не импульсивное. В импульсивно можно уйти через там 2 часа вернуться. Батюшка, скажите перед Господом, чем отличается человек воцерковленный от обычного православного мирянина с доброй душой, старающегося жить по заповедям, какие у них отличия перед Богом? Но это очень условный термин. Воцерковленный человек – это человек, который не просто вот периодически там причащается, исповедуется и посты соблюдает, а тот, который в приходе, как в семье, нашел для себя какое-то место. То есть он воспринимает приходскую общину, церковную общину, как свою вторую семью, своего духовника, как отца, естественно, братьев и сестер. Вот в чем. Это не перед Богом, это просто вот в этом разница терминов, вот и все. Близкий пьет, не останавливается, что только с ним не было. И сидело много друг. Как его наставить? Никак вы не наставите. Зачастую нам даже следует отказаться от такого, ну, самонадеянного плана взять и исправить человека, который пьет. Скажите, пожалуйста, какую молитву читать, если сейчас проблемы с правоохранительными органами? Ну, знаете, вот апостолам, у них, ну, можно так сказать, тоже были проблемы, когда их пытались постоянно поймать, посадить, там, в Деяниях об этом часто можно прочесть, сердце колет. И святой великомученицы Анастасии Узорешительницы тоже читают акафист в таких случаях. Про Артос расскажите его духовный смысл. Ну, Артос – пасхальный хлеб, который особым чином освящается, чтобы раздать всем христианам. Знаете, ведь раньше люди не всегда могли в своих домах иметь какие-то святыни. И вот Артос – это такой святой хлеб, который люди могли вкушать, если они тяжело болеют. Вот этот пасхальный хлеб преподавался болящим, ну, вообще всем, кто желал, и во время болезни его вкушали с молитвой. Да, Виктория, конечно, приезжайте, поговорим. У нас на Пасху батюшку оштрафовали на 15 тысяч за то, что в храме была одна прихожанка. Где справедливость? Уж точно не в этом грешном мире, братья и сестры. Ну, на меня тоже в Роспотребнадзор написали за то, что я освящал куличи. Что поделать? Причем мы в масках, все как надо, но все равно. Да. Когда школьников отправили досрочно на каникулы, а потом объявили карантинные меры, ученики 5 класса кричали: «Ура, мы все умрем!» Дочь моя пришла домой в шоке. Мы живем с храмом. Что с детьми? Дети всегда были детьми. Не надо к ним такие завышенные требования. Мы все глупости кричали, да. Это же правда. Тут не надо как бы идеализировать. Не шутите, сделайте, когда я не шутил, не шучу. Делал ЭКГ и холтер носил. Ну, бывает, кольнет, да кольнет. Так, что касается, да, вот в инфекционку не впускают священников. Ну вот до эфира, минут за, наверное, за 5 до начала эфира, я общался с отцом Виктором Тишиным. Он служит при горбольнице в Старом Осколе, ну, медсанчасть все знают. Вот, он с ней, со Светланой Алексеевной, главврачом, в хороших дружеских таких отношениях, по долгу службы своей, да. Вот, но он об этом мне не сказал, что не впускают. Странно. Воистину воскресе. Что можно, а что нет женщине в церкви в дни очищения?
Ну, все можно, кроме причащения. Причащаться все-таки святые отцы просят воздержаться от причастия. И не потому, что она скверная или нечистая женщина, нет. Просто потому, что в эти дни... Давайте сейчас заново, как бы, это много раз этот вопрос звучит, и каждый раз его все-таки стоит постоянно повторять. По канонам церковным в храме, в христианском, не должно проливаться никакой крови, ибо за нас кровь пролил сам Христос. Мы искуплены кровью Господа. Мы не приносим ни жертвоприношений, не режем баранов. Никакой крови не проливается, поскольку была пролита кровь самого Христа. Поэтому в наших храмах недопустимо пролитие крови. Естественно, по понятным причинам женщина с древних времен в такие дни оставалась дома. Ну вот по этой именно причине. Сегодня мы живем во времена, слава тебе, Господи, когда эту проблему можно решить с помощью гигиенических средств. Ну уж извините за прямоту моего ответа. Проблема отпадает сама по себе. Вот и все. Но в эти дни у женщины не всегда бывает мир. Ну, все же прекрасно знают, да, истории про ПМС и шутки на эту тему. Действительно, гормональный фон не позволяет быть всегда в мирном состоянии души. Об этом, простите, прямо говорят сами женщины зачастую, что я и не собиралась бы причащаться. В эти дни я не могу быть спокойной, уравновешенной. Вот, ну, что поделать, такова физиология. Поэтому разумно, например, пойти в храм, помолиться, приложиться, там, детей причастить. В конце концов, мы же с себя крест не снимаем нательный. Ну, по аналогии, да. Если нельзя прикасаться к иконам, тогда уже крест надо с себя снять на несколько дней. Но мы же этого не делаем. Поэтому думаю, что уместно только от причастия воздерживаться. Все остальное допустимо. Получается, если я хожу 11 лет в храм, но не участвую в приходской жизни, я не воцерковлена. Но давайте разберемся. Слово «церковь», оно что значит? Слово «церковь» переводится как «собрание», «экклесия». Об этом я часто говорю. Так вот, воцерковиться – это значит войти вот в это «экклесия», «собрание», да? Вот в это собрание, вот в этот собор, в эту общину войти. Ну, вот понимаете, вот можно жить в семье, как в гостинице. Пришел, поужинал, лег спать, ушел. Вот взрослеющие дети иногда живут в своих семьях со своими родителями, как в гостинице. Они закрываются в комнате, у них компьютер, у них своя жизнь. Вот. Назвать его семейным уже не поворачивается язык. Да, он в семье, он принадлежит к этой семье, по этому адресу прописан. Но назвать его вот таким вот семейным, нет, уже не назовешь. Вот в какой-то степени я бы так это определил, что воцерковленный человек это тот, который принадлежит к приходу, ходит туда, но он не выстроил вот этих теплых отношений с братьями и сестрами. Он не стал членом этой общины и не воцерковился как бы до конца, не стал, ну, вот так вот родным, что ли. Может быть, это и для кого-то и неплохо. Есть люди интроверты, вот он не любит и не хочет свою духовную жизнь с кем-то непременно разделять, с кем-то щебетать на лавке после литургии. Может быть, человек такой. Я знаю таких людей, и это вполне объяснимо и вполне закономерно, когда человеку просто это, ну, не нужно. Он пришел, помолился, причастился с Богом, побыл перед Господом, предстоял. Все, мы не можем это порицать. И нельзя говорить, что вот это плохо. Вот. Но, конечно, лучше и, конечно, по-христиански более верным является, что человек, войдя в церковную структуру, он становится как бы вот как родным. С завтрашнего дня с чего начинать вечернюю утреннюю молитву? Вместо Царю Небесному мы читаем «Христос воскресе». Пропарь. Трижды. Правда ли, что мы живем в последние времена? Ну, по многим признакам, да, у нас все к тому идет. Но это может длиться веками. Простите. Про чипирование одурили все мозги. Что это такое? Не знаю. Выдумки. У нас люди все, вот как еще пошло на Руси, да, когда там в 1666 году
патриарха Никона Антихриста начали называть, потому что 1666 год. Вот нас любят люди пугаться штрих-кодов, ИНН, чипов, там, дейлов. Да. Мы не понимаем главного, что если Господь Иисус Христос является главой церкви, то Он о ней позаботится. Если Он за нас на кресте умер, то Он, наверное, не бросит нас, да? Да, юбки по колено лучше одевать в храм, конечно. Спасибо большое за добрые слова. Батюшка, если ЭКГ и холтер в норме, возможно, кардиология. Ну ладно. Лучше бы я это промолчал. Ну, кольнуло там. Я понимаю все это. Нельзя к этому легкомысленно относиться. Но сейчас, наверное, об этом нет нужды долго говорить. Можно ли в ноутбуке открывать икону и молиться перед ней? Но это все-таки не наше. Лучше вот мысленно представить. У нас далеко не все иконы есть, даже в храмах всех святых. Но мы же, представив перед иконостасом, обращаемся и молимся. Так что вполне допустимо просто молиться без иконы. Почему церковь не дает нищим свои услуги, если они верующие? Моя мама хотела покреститься, но в этот момент у нас не было денег. Нас ограбили, а потом она умерла, кстати, в Пасху. После этого я не верю в церковь. Ну, Мария, во-первых, извините, соболезнования вот за такую драму хочется вам принести. Ну, что значит «не верю в церковь»? Давайте вот разбираться. Я приведу какую-то аналогию из жизни, да? Вот я пришла в больницу, а священник, а врач отказался нас принимать. Он просил либо медицинский полис, либо дать ему денег. У нас не было ни полиса, ни денег. Поэтому человек умер. С этих пор я не верю в медицину. Вот правильно это или нет? Я думаю, каждый из нас уже ответил. Знаете, есть такое явление. Наблюдение правильное, выводы неправильные. Понимаете? Наблюдение верное, поступок нехороший. Если вам отказали в крещении просто потому, что не было денег, это вопиющий случай. Это чудовищно, я бы даже сказал. Наблюдение, я с ним согласен, нехорошо, мягко говоря, неправильно, страшно, что такие случаи бывают, стыдно за это. Но выводы должны быть все-таки правильными. Вот конкретно этот, вот там, где так сделали, туда больше, наверное, не стоит ходить. Увы. Но нельзя от церкви отказаться, потому что это еще и церковь Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Наша церковь – это не только церковь вот того батюшки, который так совершил, так поступил по отношению к маме. Потому что наша церковь – это еще церковь Иоанна Кронштадтского, церковь Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Матроны Московской и великих святых, и прекрасных священников и пастырей, которые бы никогда бы так не сделали. Поэтому я вас вот призываю... Конечно, за маму молитесь, да, но надо искать храм свой, и церковь свою, и общину, где все будет правильно. Вот так. Хотя вот хочу вернуться обратно. Может быть, здесь все дело в том, что вы сами себе накрутили и решили, что если у нас сейчас нет денег, то мы и не будем креститься. И может быть, вам... Собственно, никто не отказывал, а просто вы сами решили, пока не накопите там или... И в этом вина. Может быть, разделить стоит ответственность. Я просто не верю в то, что если пришли люди, попросили покрестить бесплатно за не менее денег, я не верю, что там был отказ. Может быть, вы не спросили? Вот в чем дело.
Бог у меня в душе. Ну, знаете, это часто так говорят, но иногда на ногу наступишь человеку, у которого, как он говорит, Бог в душе, и тут из вот так вот вырвется такой Бог. Так достанется, так получишь. Что тут все-таки абстрагировать, знаете, вот. Сейчас, извиняюсь, пересяду у меня. Нога чуть затекла. Абстрагировать веру в Бога в какое-то эфемерное выражение. У меня Бог в душе. А как он туда попал? А как вы в этом уверены, что он у вас в душе? Ну, и мне кажется, когда Бог у человека по-настоящему в душе, у него лицо должно светиться. Когда Бог по-настоящему в душе, этот человек должен чудеса творить. Ну, как святые это делали. А может быть, вы ошибаетесь? А может, там никакого Бога? А может быть, вам просто кажется? Может быть, вам просто удобно так думать, что у меня Бог в душе, и поэтому мне ничего не надо. Ну, смотрите, вот Христу пришлось 40 дней поститься. Самому Христу, сам Господь наш, 40 дней постился, дал нам пример. Вы постились. Богородица постилась, святые угодники все постились, трудились, молились. Скажите, если это все делали даже великие святые, а вы это не делаете, может быть, вы, ну, не того Бога себе выбрали? У вас слишком комфортный Бог, слишком удобный, но совсем не такой, как у Серафима Саровского. Понимаете? Тут легкомысленные такие вот заявления, они не на пользу. Нельзя так, ну вот, наотмашь такие вопросы решать. Так. А батюшке не проще ходить пешком, а не ездить на Бентли, зато юбки нельзя. Ну, покажите мне хоть одного священника на Бентли или на Мерседесе. Ну вот, я знаю, что, скажем там, в Москве самые высокие чины им предоставлены, там, хорошие автомобили, ну, там, тот же Мерседес. Ну вот как недавно был этот объезд, который всех возмутил. Но давайте вот сейчас вы все-таки о батюшках говорите. Ну вот у меня нет ни Бентли, ни Мерседеса. И слава Богу, может быть, никогда, и даст Бог, никогда не будет. И в нашей епархии, не знаю, священников, которых там Бентли или Мерседес. Зачем придумывать? А давайте я вам покажу других священников, у которых даже машины нет. Просто, особенно это деревенские. Вот. Ходите тогда к таким священникам. Прекрасно. Вот, смущает вас священник, у которого там автомобиль, как вам кажется, да? Найдите батюшку, у которого нет машины. Худого батюшку найдите, если вас толстые попы, как иногда об этом говорят, смущают. Давайте найдем вам худого без машины. Вот 5 минут мне дайте, я вам несколько человек таких найду. Будете ходить? Не будете. Почему? Потому что не в этом дело. Вы, к сожалению, затаив обиду на церковь, зацепились за этот аргумент подсознательно, потому что он удобен теперь. Он удобен для оправдывания вам того, что вы не живете по-христиански. Вы будете всю жизнь себя этим оправдывать. Вот в чем-то дело. Надо иногда честно смотреть. Перед вышитыми иконами можно молиться. Если они освящены, да. В июле начнут москвичей чипировать. Ну, откуда такие данные? Уставшие больные. Уставшие. Я просто верю в сердце. Послушайте. Если бы можно было верить в Бога в душе, в сердце, вот, ну, так просто, как вам хочется, или как вы об этом сейчас пишете, наверное, Христос бы никогда не пришел умирать на кресте за нас. Но Бог бы сказал: верьте в душе и довольны. Ну вот вдумайтесь, зачем и почему Христу пришлось страдать на кресте? Почему мы все
постимся, Христос, Господь наш, постился, святые. И вдруг оказывается, все это не нужно, это все не нужно, вот можно просто верить по-своему. Знаете, это я вот часто такой пример привожу. Как если бы я сказал, ну, например, как если бы я сказал своей жене, или кто-то сказал бы своему мужу, я тебя люблю в душе. Вот главное ведь в сердце любить. Ну, не обязательно же каждый раз это доказывать. Возвращаться домой, делать с детьми уроки, приносить получку, чистить картошку, выносить мусор. Вот все это пусть фанатики делают. Самое главное вот здесь, чтобы любовь была. Поэтому, дорогой мой, я тебя люблю в душе. Или, дорогая, я буду тебя любить в душе. Вам понравится такая семейная? Вам понравится такое заявление мужа, который будет говорить, что он любит только в душе? Не в делах, не во внимании, не в заботе, а просто в душе. Я думаю, вы быстро ему объясните, что к чему. Так вот, почему мы веру в Бога тоже превращаем в такую же болтовню? Я верю в душе. Я не молюсь, я не пощусь. Праздники церковные, молитва, Бога познание, труд, добрые дела, дела милосердия. Нет, это фанатики пусть делают. Я ложусь спать, знаю, что там. А почему у вас Бог в финансах? А почему вы так решили? Почему вы так решили? Вот вы зайдете в храм, причастие, что у вас, за деньги? Исповедь, что за деньги? В храм вы входите, вы что, оплачиваете вход? Почему вы так говорите? Бог в финансах. Если человек желает купить свечу, ну его никто это не заставляет. Или как в Европе, у вас не вычитывают из вашей зарплаты налог на церковь. Как это в Германии есть, в Италии и так далее. Причем тут Бог в финансах? Бог в делах любви. Бог в искренней молитве. Бог в искренней вере. Если вы пришли, Мария, обличать, ну, простите, давайте мы остановимся, потому что не для того я эфир веду, чтобы состязаться с одним посетителем эфира и вот оправдываться. Не за что оправдываться. Я извинился, хотя это, может быть, не совсем уместно, за того священника, если вам верить, который так вот поступил. И я вам сказал совершенно искренне, это абсолютно неправильно, что произошло, если это правда, все, что вы сказали. Все остальное, это ваше решение. Вам нужно сейчас объяснить самой себе, почему вы в Бога не веруете так, как положено. И вы нашли это объяснение. И они будут всегда находиться, попы толстые, иномарки, Бентли. Какие Бентли? Вот... Ладно. Как правильно провести день 26 апреля? Раньше всегда проводили. Дома почитайте, например, Акафист за единоумершего. Помолитесь. Так, друзья, тут осталось 30 секунд, даже 20 секунд. Я завершу этот эфир и начну новый. Кто пожелает, возвращайтесь. Хорошо? Кто пожелает, возвращайтесь. Вот 186 человек. Да. Разговоры про батюшек на Бентли уже в печенках сидят. Один батюшка мой знакомый подшутил, говорит, я, наверное, когда-нибудь себе точно что-нибудь куплю такое, если получится. Ну хотя бы, ну это же, конечно, сарказм, говорит, ну хотя бы, чтобы все эти обвинения звучали справедливо. А то, говорит, мы получаем по голове постоянно за какие-то несуществующие Мерседесы, за какие-то несуществующие Бентли. Вот я сейчас полвечера должен объясняться за Бентли, на котором я никогда даже в жизни не ездил. И даже не прикасался. Но я вот должен объясняться за какой-то Бентли. Может быть, Бентли в голове уже у кого-то поселился и катается там. Изъездил все, значит, дорожки. Энграммы. То, как называются, да, вот эти извилины в голове. Хватит уже копить на церковь и на священников негатив. Причем уже, ну, реально необоснованный. Ну просто, сколько уже можно бесконечно осуждать
и бесконечно выдумывать просто. Но вот у нас не так давно тоже человек появился в эфире один, который начал тоже обвинять, обвинять, обвинять. А куда вы тратите деньги, там что-то такое. И слушайте, ну а я ж не спрашиваю вас, что у вас там в борщ сегодня? Почему вы сегодня в борщ клали мясо? Надо было пойти это мясо и раздать. А вы взяли и себе в борщ положили. Вот это вот на вопрос о том, почему я себе машину купил. Ну, кто-то решил, что... Ладно, все, хватит. А почему бы не поотвечать на, в кавычках, дурацкие вопросы? Хорошие батюшки могут объяснить очень доходчиво. Видите, в чем дело? Ведь на протяжении 20 минут вопросы не кончались. И еще один момент. Когда люди задают вопрос, в вопросе не должно быть, ну, ответа, да? То есть одно дело, когда человек спрашивает: «Батюшка, вот зачастую, да, там священники там демонстрируют какую-то там роскошь там, в машинах, там еще в чем-то, да, не все там, ну вот иногда в интернете такое встречаешь. Как к этому относиться? Как вы это могли бы объяснить?» Это, ну, на мой взгляд, корректный вопрос. Но когда нам ваш Бог в финансах или ваш вы там на Бентли гоняете, это уже не вопрос, это скорее обвинение. Это тебя ставит не в позицию объяснить человеку, а в позицию оправдаться. Оправдаться за то, что ты не делал, понимаете? Вот. Не, я никого банить не собираюсь, пусть ради Бога. Ну, просто где-то должна быть мера. Ну, ты получила свой ответ, услышала. Ответ был искренним, да. Аминь. Все. Понравился или не понравился, другое дело. Можешь не верить ни единому слову. Никто тут никого не заставляет и не принуждает. Я вот смотрю на канделябры, который повесил сзади себя, еще сейчас обои куплю. Мне уже стыдно. Наверное, я тоже буду часто слушать, как у меня в комнате будет все красиво, так сказать, обставлено. Надо повесить одеяло дырявое, наверное. Ну, хоть он проводка торчит, меня спасает. Наверху. Почему мужчин тяжело привести к вере, к храму? В храме в основном женщины. А вот удивительно устроена душа мужчины и женщины. Женщина, она не требует доказательств, она чувствует верой. Ей достаточно, сейчас простите, ей достаточно просто довериться и почувствовать, что Бог рядом, что вера в Господа Бога, она вот такая теплая, она искренняя, она живая, она настоящая. Мужчина через сито сомнений все сеет бесконечно. Ему нужно не доверием, а знаниями какими-либо доказывать. Вот в чем дело. Интересно, у нас в городе есть Бентли? Да, у нас в городе есть один Бентли. Вот, но сейчас он находится... Ну как, иногда он бывает в городе, иногда он в столице бывает. Да. Если Бог в душе и веришь, нужно прощать, ну хотя бы попытаться. Посоветуйте, пожалуйста, какую молитву прочитать? Нет, деток, в браке 8 лет. У меня нехороший диагноз. Алена, здесь не в молитве какой-то там целительный дело, а в некоем комплексе, да, и молитва, и, возможно, где-то попоститься надо, такой на себя взять подвиг пощения. Ну, не сейчас, не в пасхальную неделю, а потом. И причащаться регулярно, ежемесячно, и Бога просить, вымаливать чада. То есть это не дело какой-то правильной или сильной молитвы. Это дело вот такого комплекса, наверное, скажем так. Целого комплекса духовной работы.
И центральным здесь, наверное, должно стать исповедь и причастие регулярно, как мужа, так и вас. Да, вот из-за нескольких человек я совершенно согласен. И по понятным причинам не могу эту тему тут развивать дальше. Но так получается. Есть не там 0,0001%, который ездит на таких каких-то дорогих машинах, постоянно попадает в объективы камер в силу статуса там или еще чего, а проецируется мнение на всех. Увы. Не дай бог судить батюшку, но да, никого не надо судить. Те, кто цепляется к батюшкам по поводу денег, цепляйтесь за деньгам олигархов. Они вас отцепят. Спроси у олигарха. Муж сказал, нам такие же нужны. Могу посоветовать. У меня в подписчицах есть замечательная одна знакомая, которая занимается светом, ну, продает вот светильники, все вот. Она их мне подогнала, скажем так. Если мусульмане приветствуют друг другу, ассаламу алейкум, как в обыденной жизни могут православные друг друга себя приветствовать? Вассалейкум салам. Нам не обязательно что-то выдумывать. У нас и так в нашем языке все заложено. Спасибо, это спаси Бог, между прочим, понимаете? Вот. Так что у нас и так все достаточно правильно. Но я думаю, на кладбище не стоит идти на Радоницу. Как помочь крестнице снова повернуться к Богу? Она очень изменилась. Ну, вероятно, где-то это и закономерно. Дети подрастают, у них внутренние комплексы, проблемы какие-то, внутренние борения. Потом возвращаются, как правило. Особенно, когда жизнь немножко, знаете, почувствовали, нюхнули, как говорится, чем оно пахнет на самом деле, и плачем, и слезами, и болью, и несправедливостью, тогда про Бога вспоминают. Вот. Ну, беседовать, конечно, и о Боге, и не терять вот эту тематику, да, мы не должны в общении с нашими крестниками. Батюшка, есть злободневный анекдот про маленькую черную птичку о том, что для зависти никогда не переведутся причины, а значит, оправдаться нет смысла. Отец Николай, вы шестикратный папа. Расскажите, пожалуйста, как это любить всех одинаково? Хороший вопрос, да. Но вот я это, знаете, как бы сравнил. Вот одна свечка у вас в руке горит, и вы от нее зажигаете одну, другую, третью, пятую, шестую. Огня же меньше не становится. Ваша свечка, которая подожгла несколько других свечей, также горит сильно, как она горела, и будет гореть и еще дальше. Вот, наверное, с этим примером я бы сравнил то, как одинаково удается действительно. Хотя по-разному иногда воспринимаешь своего ребенка, а к одному проявляешь больше внимания, другому строгости, к третьему. Ну, конечно, в силу возраста там вот такой вот просто любви, вот просто такой не за что-то, не за подметенный пол, просто она малявка еще. Ее надо любить, ее надо гладить, обнимать и целовать. Это нужно. Конечно, по-разному, но любовь, конечно, должна все же быть одинаковой. Ни в коем случае нельзя какому-либо из детей показать, что он меньше любим. Прошу, ответьте, очень важно. Снятся покойники, да, давно ушедшие. Они просят. Да, иногда вот таким образом Господь нам как бы позволяет напомнить, что мы вот за своих усопших должны более усердно молиться. Они как бы иногда голодными, иногда раздетыми снятся. Как бы, знаете, как бы надо накормить молитвой,
одеть и пригреть своей молитвой. Да, вот вероятно, что в этом главный смысл того, что нам снятся усопшие. Скажите, в Евангелии говорится, Иисус говорит ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Вот. Как вы считаете, имеют богатство, люди, которые имеют богатство, они далеки от Бога, по вашим наблюдениям? А тут вот в чем дело. Слово богатство, оно каким главным, вот, ну, что сразу мы думаем, когда слышим о человеке богатом? Мы в первую очередь представляем себе, что человек живет, ну, может быть, не трудясь, но получая очень многое. И для него богатство становится, ну, как бы неким смыслом его жизни. Ну, сейчас, может быть, упрощу этот ответ. Я еще одновременно вслушаюсь, что там дети вопят. В представлении древнего Израиля богатство являлось признаком, что тебя любит Бог. Вот в чем дело. И если человек был нищий, это, ну, как бы в какой-то степени даже считалось, что вот Бог тебя бросил. И вдруг Христос говорит совершенно непонятно. Для тех людей это совершенно не ясно. Ой, сейчас подниму. Мол, почему Господь говорит так, что богатые трудно им войти в Царство Божие? Ну, потому что богатый человек, он, как часто это бывает, все свои ресурсы тратит на себя. Он превращает эти богатства в средство удовольствия и получения этих удовольствий. Именно поэтому богатый человек зачастую бывает очень скуп как раз-таки на помощь, на ближних. Он только для себя как бы живет. Вот этот эгоизм, который тешится, который подпитывается вот этими богатствами человека. Вот. Ну, тут все очень тонко, понимаете? Ведь, а где грань? Ну, вот где грань? Какая сумма является? Ведь бывает, что и святые были богатыми. Очень многие святые были богатыми людьми. Многие епископы, святители – это не бедные люди. Императоры, великие князья, святые – они не были бедными. Но они свои возможности могли щедро для каждого человека преподать. Понимаете? А бывает, человек живет в своей, ну, условно говоря, там, комнатушке, и всем его богатством, все, чем он живет, является вот этот его там компьютер, его вот эта квартира, там машина. Вот он живет тоже только для себя. С точки зрения материальных благ он не богат. У него даже, может быть, слишком мало чего есть. Но вот он весь прилеплен, он весь в этом. Ты у него попросил, тебе ничего никогда не даст, не поделится. Вот чем он лучше богача? Да ничем. Ну, как бы вот, поэтому, наверное, тут следует так разуметь. Важно, чтобы тобой ничто не обладало. Ведь зачастую богатство, оно человека берет в плен. Материальные блага, они человека могут захватить в плен. А Христос ведь говорит, где богатство ваше, там и сердце ваше будет. Вот если ты живешь только вот ради земного, вот ради всех вот этих благ, вот этого всего, чем ты себя окружил, пусть это будет компьютер игровой и твой там, ну там, Wi-Fi, да. Но это вот все твое богатство, ты весь этим живешь. И ты никогда не думаешь о других, живешь для себя. Вот ты такой же трудный для Царства Божьего. Ну, как-то вот так. Я мог бы глубже ответить на этот вопрос, потому что про этот вопрос даже у меня целая проповедь есть. Но сейчас вот так вот по поверхности проскользил с этим ответом. Упала иконка со стены. Ну, ничего бывает. Ничего, не придавать этим значения. Зачем этому преподавать значение? Как дела у Андрея Ерега после аварии? Он в очень тяжелом состоянии, в реанимации лежит. Пачка, вас всегда приятно слушать. Спасибо, Господи. Да, зависал эфир, я вижу, что резко сократилось число просмотров. Как поступить, если мусульманин начинает навязывать свою веру? Попросить его этот вопрос, вопрос веры, истинности, с вами никогда не обсуждать.
Просто, если ты меня уважаешь, уважаешь мою веру, не навязывай мне свою. Если человек это все равно игнорирует, ну тогда скажи, извини, я вот буду тогда сторониться. Тогда я постараюсь меньше с тобой общаться, чтобы ты меня не вводил в грех. Что значит отдание Пасхи? Ну, это значит, что празднуется некий период времени, любой из праздников наших больших, он несколько дней празднуется. А отдание – это как бы завершение вот этого периода праздничных дней. Так что отдание Пасхи спустя 40 дней происходит после Пасхи, да? Это вот завершение пасхального периода. Что значит страшный суд? Страшным судом называется окончательный последний суд, который совершится над человеческим родом. Что значит притча про краеугольный камень, который отвергли строители? Ну, представьте себе, Виктория, что строитель, который должен был начать здание строить с фундамента, решил отказаться от фундамента. Сказал, давайте сразу стены погоним. Понятно, что это здание развалится и разрушится. Это обреченная стройка. Поэтому Христос говорит, что я камень, который отвергли строители. Священники Ветхого Завета, Ветхозаветная Церковь, вместо того, чтобы Христа избрать и принять как фундамент, на котором можно строить, да, спасение, они его вычеркнули. Ты никогда ничего, никакое спасение не совершишь без Христа, без Сына Божьего. Никакое здание не построишь без фундамента. Вот это вот равнозначные символы. Да, сейчас мы принимаем на проскомидию, на литургию все записочки. Можете в шапке профиля, у меня в профиле есть шапка, там есть номер телефона. Вот, к нему, этому телефонному номеру привязан и WhatsApp, и Viber, и просто смски туда можно слать. Можете так присылать, ну лучше в WhatsApp присылать, там на 40 уст, имена или литургии. А еще здесь в Инстаграме я иногда вот сегодня, например, выкладывал пост. Будет служба, можете написать имена. Так вот мы и делаем. Нужно ли молиться за мужа, который ушел? Молитесь. Такой вот крест. То есть про юношу, который не продал свое имение и не раздал нищим, имеется в виду, что надо делиться нуждающимся. Там другое, там юноша, Христос им вообще предложил быть апостолом, это видно, это уникальный случай. Христос им вообще предложил идти и последовать ну, стань моим учеником, да? А он отверг, потому что у него была комфортная и благополучная жизнь. Потому Христос сказал, трудно войти. Ну, трудно. Вот тот человек бы взял и пошел, как рыбаки галилейские, как апостолы. А этот подумал, о, у меня же хозяйство, у меня же там целые там поля, там, ну, понимаете, и так далее. Отец Александр, привет. Матушке прямой эфир. Не знаю, я с вами здесь пока что. Спасибо, Господи, Олеся. Утренние и вечерние молитвы. Когда начинать читать? Татьяна, ну, тут вот как. Есть две традиции. Ну, самая такая вот традиция более верная, что ли, общеупотребительная. Вот с воскресного дня, послезавтра, читаем уже правила вечерние, утренние, обычные. Пачка в субботу и утром. В субботу утром еще пасхальные часы читать. Ну вот я же сказал только, да, с воскресенья. С воскресенья мы уже читаем правила, которые, как обычно, мы привыкли читать. Так, братья и сестры, ну что, будем подходить к завершению нашего вечера. Буду стараться почаще. Нет, псалтирь с воскресенья тоже. Буду проводить эфир почаще и подумаю над вашим предложением,
начать и разбирать Евангелие. Есть вопрос, можно личку написать? В WhatsApp напишите. Скажите, пожалуйста, избавление от гнева и злобы. Юрий, вот эта работа комплексная. Здесь надо не разово там нажал кнопку и избавился от злобы и гнева. Нужно духовную жизнь вести, покаяние Богу приносить, регулярно исповедоваться, вот бороться со своей гордыней, самолюбием. Тогда нам потихонечку, шаг за шагом будет получаться избавляться от и гнева, и вот того, чего вы сейчас писали. Братья и сестры, благодарю вас. Это вам спасибо, что побыли. Здорово, что есть такая возможность. Храни Бог всех нас. Доброй ночи, ангела-хранителя. И завтра у нас литургия в 9 будет эфир. И в 17:00 всеночное бдение будет эфир. И в воскресенье тоже. Вот. Я буду делать эти заметки, где можно будет написать список имен, которые вы хотите помянуть. Завтра вечером тоже, думаю, проведем эфир. Такую же беседу. Доброй ночи, ангела-хранителя. И всех благ, дорогие. Храни Господь нас всех.